Лучшие коллективы района, лучшие концертные номера, и все это на одной площадке. Такое увидишь не каждый день. Проведение мероприятия стало возможным благодаря стараниям творческого коллектива «Дома творчества» и неуемной энергии режиссера театр-студии «Крылья» Ольги Кобецкой. Мы хотели собрать талантливых людей всего района и думали, что же может объединить малышек, которым 1,5 года, и людей, которым, ну, скажем так, далеко за 30. И подумали, что единственное, что может объединить, как объединяет в жизни, это мама. Потому что без этого слова, без этого человека просто ничего не бывает на земле. Поэтому этот концерт называется «Мама» и посвящается, в общем-то, всем нам, всем женщинам, всем маленьким и большим. Танцоры студии «Кристалл» волнуются перед выступлением, хотя на сцену ребята выходят уже не в первый раз. На концертах мы тоже участвуем с большим удовольствием. Составляем номера и концертные, и спортивные, поэтому откликаемся очень быстро, оперативно, собираемся, выезжаем. На предложение принять участие в этом концерте мы, конечно, сразу сказали «да», потому что мы хотим двигаться дальше, показать себя, ну, в более большом концерте. А вот и обещанный рок-н-ролл в народном стиле. Звучит странно, но когда смотришь, понимаешь, что-то в этом есть. Концерт «Мама» стал для всех прекрасным весенним подарком. Мария Шматкова, Вадим Аверин, телекомпания «Одинцова».